мамы, папы, бабушки, дедушки и наши замечательные ребятишки, девчонки и мальчишки. Снова мы пришли с вами на урок номер 4 «Веселый счет». Но интересно, что здесь так много непонятного для меня, и я расстроился с самого начала, потому что кто-то нарисован, кто-то тут что-то говорит им. А что говорит? Если бы разобраться, понять, вот это самое для меня трудное, понять, о чем здесь разговор на этом рисунке. Вижу солнышко, да, кто-то тут сидит. Что они сидят здесь? Зачем вы пришли? А кто-то прилетел вроде бы. Вот, и начинает или с ними разговаривать, или считать. Ну что-то, в общем, в этом роде. Или считать, или разговаривать. Вот так. Настроение какое-то. Может быть, хорошее, потому что солнышко светит. А когда солнышко светит, что? Всем весело, правильно. Все радостные такие. И хочется жить, хочется с мамой пойти погулять, с папой погулять, с бабушками и дедушками на даче потрудиться. Это прекрасно, ребятки. Давайте будем потихонечку во всем разбираться. Мы пришли решать задачки. На рисунке есть собачки. Правильно, ребятки, отгадали. Собачки, да. Вот, оказывается, кто здесь сидит. Вы правильно угадали. Собачки. Их заводят во всем мире. А собачек здесь 4. Давайте еще раз скажем. 4. Верно, ребятки. Так, давайте по отдельности. 1, 2, 3, 4. Правильно. Как вы все это увидели вообще? Я вот смотрел и не мог понять. Может быть, думаю, какие-то кучки. Кучки какие-то на болоте. А это оказались собачки. Ну, интересно вот, как вы быстро с этим разобрались. Ой, какие... И сосчитали мы их весело с вами. Хорошо. Прилетела к ним подружка. Вот, оказывается, кто прилетел. Подружка. Птица умная. Ку-ку-шка. Ой, опять мы отличились. Опять точно в десяточку попали, как снайпер. Кукушка. А вот это кто умеет тут читать? Вот смотрите, какие-то тут слова написаны. Ну-ка. К-у. К-у. Ку-ку. Ку-ку. Ну попробуем покуковать. Ку-ку. 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 О-хо-хо-хо. Вот она как. Так, давайте посчитаем. У нас, вы сказали, сколько щенков? 4, правильно. Ну-ка, сколько тут ку-ку? Интересно. Одно ку-ку, второе, третье, четвертое. 4 ку-ку. Правильно она сосчитала их? Ха-ха. Правильно сосчитала кукушка щенков. Ну, как вы это все распознали? Как вы поняли это? Ну, здорово, ребятки. Сразу стало их считать. Получилось ровно. Правильно, ребятки, вас не проведешь. Не 5. Видите, а то считать 5. А на самом-то деле их сколько? 4. Вот давайте, чтобы не попадаться вот в такие ловушки. Понимаете, еще раз послушаем. Стало сразу их считать. Получилось ровно. А кто не думает, он ответил бы 5. А на самом деле их сколько? 4. Вот так. И вы не попадитесь, ребятки, тоже. Тут есть такие хитрые задачки, которые вас прямо подводят к пропасти, чтобы получили двоечку.
А вы будьте осторожны и думайте головой. Если есть голова на плечах, значит все будет отлично. На пять, понятно? Так, ладно, давайте с вами сейчас сосчитаем от одного до четырех по порядочку. Итак, 1, 2, 3, 4. Назад. 4, 3, 2, 1. Ну, под музыку. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Ой, как под музыку у вас получается. Как будто мы идем даже с вами, маршируем. Все сначала, ребятки. Все это расскажем. Цифра 4. Вот видите, как стульчик у нас перевернутый. Здорово, ребятки. Итак, под музыку. Мы пришли решать задачки. На рисунке есть собачки, правильно? Их заводят во всем мире, а собачек здесь 4, правильно? Прилетела к ним подружка, птица умная. Кукушка, точно, сразу стала их считать, получилось ровно 4. Не попались, молодцы какие, вы точно отгадали. 4, а не 5. Ой, спасибо вам, ребятки. Ну так все это разобрали по полочкам. И прекрасно, и вы получаете точно оценочку 5 на этом уроке. А встретимся с вами уже на следующем. И увидим с вами следующую цифру, которая пришла к нам в гости. Вот так сейчас посмотрим внимательно, где у нас. Да, вот оно. Опа, вот как упало, да. И что сейчас найти? Молодцы. И свалилась. Ну и куда ты свалилась-то?